Всем привет, я буду сегодня играть в Brawl Stars. Итак. Выключение к серверу. Фух. Кстати, дружбан прокачался, вот Art Mania, вот там играл, вот я видел. Так. Давай, дружбанчик, пам. Миха, давай. Все делай. Я сейчас пойду. Иди искать. А где, непонятно. Еще убрали... Я знаю, что еще убрали в Brawl Stars, но я вам не скажу. Метку, где ваш друг находится, его убрали. И убрали, да. Где вот ваш друг находится, ее убрали. Ту метку? Ой-ой-ой. Ну, бас. Опа. Ну-ка им. Ай, ладно. Мне вот скучно сейчас Brawl Stars, если кто в сети есть. Тому я, конечно, буду отвечать. Ну, я, конечно же, ютубер. Как же без этого? Это моё. Это мы с другом поделим. Вы чё, с ума, что ли, сходили здесь? Точно с ума сошли. Давай, дружбан. Ты скоро появишься. Давай, 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 давай. Давай, иди сюда. Давай, ломаем. По полной программе. На. Так. Да не бейся там. Можно было так пройти. Чуть там бьешься. Тебя же зона убьет, ну. Вообще. Ладно, тогда. Ребятам. Как обычно, да? Ребята, кто хочет прямо со мной пообщаться, я сюда захожу и выбираю себе, ну, беседника. Заходите в чат, значит. Но у меня, правда, клавиатура лагает, это один минус. Смотрите. Блин. А вот. Видите? Смотрите, 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 смотрите. Смотрите. У меня все нормально, да? Я такие заколечки печатаю, чтобы вам было легче. Но у меня один недостаточный минус — это клавиатура, потому что она лагающая. Вот. Я запишу свое имя. И вот. Что? У меня вышло. У меня клавиатура иногда не работает, Brawl Stars, так что не обижайтесь, если вам буду не отвечать. Это все клавиатура виновата. Так, играть. Два человека, три. Кстати, кто любит Brawl Stars, напишите комментарий. Очень будет интересно почитать. Скобочков нет, еще.
Так, шучу. Скобочков нет, а в скобочках да. Ну, просто я хочу набрать себе подписчиков и быть достаточной жизнью. Вы что такие, а, ребята? Вы что, обнаглели? Проленили что-то вот? Ну, ребят, видите? Давайте я выберу другого персонажа. Так, кого бы мне взять? Конечно же, давайте Шель, что ли, возьмем. Потом они на нее скинчик побреду. Так. Ожидаем загрузочки. Итак. Для чего мы здесь собрались? Так. А у нее мощь норм. Вот почему я так ее беру. Эй, вы что, обалдели? Вы что, офигели, что ли? Не прибьешь. Вы что? Давайте ее завоеваем. Это войнулка. Так, войнуху мы... В принципе. Но не в этот раз. Но бой попадается. Let's go this. Ребята. Вот, если вы вот любите так сильно Brawl Stars, кого мне взять? Кстати, смотрите мой скинчик какой новый. Прикольно? Ого. Я вам сейчас еще покажу. Вот мой скинчик. Смотрите. Прикольно. Возьму себе вот этого. Прикольный скинчик, да, ребята? Ставьте лайк. Я это уже прокачался сильно. Теперь нужно прокачаться. Быстро. Так. Кто любит Brawl Stars, тот поймет меня. Опа, а кто это тут у нас такой умненький? Давайте все тут собираем. Собирали тут все. Насобирали. Ну нечестно. Помогай. Ополаскиваем его моим коктейлем. Ну как? Отстань! Видите? Как же сложно играть в эту игру. Ну не сложно, в принципе. Гори, ясно. Чтобы не погасло. Давай, чувак, ты сможешь, пожалуйста. Давай, я скоро появлюсь. Не переживай. Обливаем его. Yes. Итак. Хочу нового бравлера. Так. Можно, в принципе, посмотреть. Что у нас до сундуков еще? К
квесты. В принципе, еще один мега ящик. Ну ладно, я сейчас кому-нибудь напишу из них. Я сейчас напишу ему. Сейчас напишу. Ты? Видео. Ты видео. Поздравляю. Здравствуйте, бойца. Я Дружбан Art Money Pro. Вот. Так читается. Ой, кто сюда хочет мою таблицу друзей, тот сразу поймет. У меня много друзей. Art Money самый мой любимый друг. Ну ладно, обойца обращаемся. Всем пока. Пока. Мурмяу.